Автопарк города Ровеньки Луганской Народной Республики пополнили две автоцистерны. Спецавтомобили были получены в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с Республикой Коми. Каждый из них по 13 кубов для осуществления подвоза воды жителям города, прилегающих к поселкам. Эти КАМАЗы получила администрация. Мы их передаем Ровеньковскому департаменту Луганск-воды. Эти КАМАЗы будут на территории города. Они никуда не будут уезжать, скажем так, в соседние города. Они действительно будут осуществлять подвоз воды, пока идет строительство водовода. Ситуация с водой в городе крайне напряженная. С начала месяца произошло уже 9 порывов на магистральном водоводе. Успели изучить те проблемы, с которыми сталкиваются жители города. И понимаем, что одна из самых важных таких острых проблем – это проблема с водой. Было принято решение оказать помощь городу в виде поставки вот двух водовозов, 13-кубовых, для того, чтобы ну, хоть как-то немного там улучшить ситуацию с обеспечением населения водой. Строительство новой ветки водовода в Ровеньках продолжается. Но пока вода в город поступает по старой, изношенность которой 76%. Поэтому автоцистерны из Республики Коми крайне необходимы городу именно сейчас.